Kentucky Fried Chicken – жареный цыпленок из Кентукки, сокращенно KFC – международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курицы. Штаб-квартира компании располагается в городе Луисвилле в штате Кентукки. KFC – вторая по торговому обороту сеть кафе в мире, уступающая лишь компании McDonald's. По состоянию на 2019 год под брендом KFC работали 820 тысяч сотрудников и более 15 тысяч торговых точек в 134 странах мира. KFC является дочерней компанией корпорации Yum! Brands, также владеющей торговыми сетями Pizza Hut и Taco Bell. Компания KFC была основана предпринимателем Харландом Сандерсом, начавшим продавать блюда из жареной курицы во времена Великой депрессии. Обнаружив у предприятия франчайзинговый потенциал, Сандерс начал продавать лицензионные права в других штатах. Первое кафе за пределами Кентукки открылось в 1952 году в Юте. Усилиями компании блюда из курицы стали неотъемлемым элементом кухни быстрого питания, составив конкуренцию гамбургеру, главному символу фастфуда. Сам же Сандерс, более известный как полковник, стал важной фигурой американской культурной жизни. Его изображение по-прежнему широко используется в рекламных кампаниях KFC. Вместе с тем быстрое развитие бизнеса вынудило Сандерса продать компанию в 1964 году, право на бренд перешли к группе инвесторов во главе с Джоном Я, Брауном, младшим и Джеком Кмес. Компания стала одним из первых игроков индустрии быстрого питания, сумевшим выйти на международный уровень. В середине 1960-х годов кафе KFC открылись в Соединенном Королевстве, Мексике и на Ямайке. На протяжении следующих двух десятилетий компания несколько раз меняла владельцев. Часть из них обладала нулевым или недостаточным опытом в индустрии, что отрицательно сказывалось на успехах предприятия в США. В начале 1970-х годов владельцем бизнеса стал дистрибьютор спиртных напитков Hughline, который, в свою очередь, был приобретен табачно-пищевым конгломератом R.J. Reynolds Tobacco. Наконец, конгломерат продал KFC пищевой компании PepsiCo. С другой стороны, зарубежная сеть кафе продолжала развиваться. Так, в 1987 году компания первой среди западных конкурентов открыла кафе в КНР. В настоящее время китайское подразделение KFC является крупнейшей секцией компании. В 1997 году ресторанные сети PepsiCo были выделены в корпорацию Tricon Global Restaurants, впоследствии переименованную в Yum! Brands. Оригинальный продукт KFC – обжаренные кусочки курицы в панировке, состоящие из 11 трав и специй. Компоненты этой смеси, разработанные лично Сандерсом, составляют коммерческую тайну. Крупные порции данного блюда подаются в фирменном картонном ведерке – баскете, придуманном первым концессионером KFC Питом Харманом в 1957 году. С начала 1990-х годов меню кафе пополнили бургеры из куриного филе, сэндвич-рапы, салаты, картофель фри и безалкогольные напитки, произведенные, как правило, PepsiCo. Компания использует слоган «It's finger licking good» – «Так вкусно, что пальчики оближешь», который был заменен на «Nobody does chicken like KFC» – «Никто не готовит курицу так, как KFC», а потом «So good» – «Очень вкусно». Потом слоган поменяли обратно на первый.